Грузия – это древняя страна с богатой историей, уникальной культурой и особенным местоположением. Здесь произрастает более 500 местных сортов лозы. Зарождение грузинской культуры и культуры вина навеки неразрывно связаны друг с другом. А ученые подтверждают, что название жидкости, получаемой из виноградного сока, вино, в европейские языки вошло именно из грузинского языка. Также в Грузии была обнаружена посуда для выделки и хранения вина, датируемая 6-5 тысячелетием до нашей эры. Виноградная лоза для грузин означает больше, чем просто материал для изготовления вина. Лоза веками олицетворяла символ жизни в Грузии. Исходя из этого, тесная взаимосвязь грузина с вином вполне объяснима. Влияние культуры лозы ярко выражено в уникальном грузинском фольклоре, поэзии, музыке, архитектуре, орнаментной живописи и искусстве резки по камню и дереву. Для грузин лоза – исток жизни. А жизнь лозы начинается с Грузии. Грузия – родина лозы и вина.